Привет, друзья! Это Андрей Луско. И сейчас седьмой день наимени отставки нашего приключения. И сейчас 7 утра. Мы собрались и отправляемся с Словакии, Липтовский Микулаш, в Венгрию, в Будапешт. Вот, сейчас идем на поезд. Купили билет до Будапешта через, через Братиславу. Вот билетик. С Липтовским Микулас до Братиславы. 29,50 евро. Через Братиславу, да. Братиславе только приехали. Еще остается, не знаю, наверное, полтора часика до поезда в Будапешт. Что-то посмотрим. Мы сейчас где-то в центре Братиславы. Сзади, на заднем плане видно президентский дом. Даже не знаю, что такое. Президентский дом, да, сказали нам. А там на другом плане замок какой-то, не знаю, что за замок. Вот, вот так вот выглядит Братислава. Идем туда, еще глубже в центр. Братислава. Всем привет, Андрей Луско. I already said that. You say all the time. Not only on your video. Whoa! Землетрясение! Гуляли в Братиславе и сейчас уже в поезде в Будапешт. Забывали, что куда едем. Будапешт, да. Вот, мы, судя по графику, 2,5 часа будем уже сегодня в Будапеште. Так что еще 7-й день зацепите обзор по Будапешту, надеюсь. Если не потратим много времени на поиски жилья, отеля. Кстати, в предыдущем поезде у нас вообще Wi-Fi был. Здесь нет, здесь чуть другой вагон, Wi-Fi нет. Итак, мы в Будапеште, сидим в Макдональдсе. Надо было воспользоваться Wi-Fi, и, чтобы заказать хостел. Мы только что заказали один где-то в центре города или недалеко. Сейчас Ренатос ищет на карте и будем выдвигаться туда. Потому что уже почти 5 часов, и надо найти бы его, этот хостел, до того, как стемнеет. Все, будем топать дальше. Съедим по мороженому и пойдем. Только что зашли в центр какой-то кафе, компьютерное или что там. Ну, в общем, чтобы распечатать билеты. Билеты с Афин на остров Крит. То есть это наш предпоследний полет перед тем, как мы... улетим в Англию. То есть мы купили билеты на Ryanair с Афин на остров Крит. Ну, два варианта было. Или плыть, или лететь. Лететь и быстрее, и дешевле. Почему нет? Так и сделали. И сейчас хотели распечатать в Будапеште. И, короче, там клавиатура вообще, ну, раскладка клавиатуры не такая.
не знали, как собаку в имейле напечатать. Парили мозг там этой тетеньке. Сами парились. И в конце она говорит, это гифт. Говорит. Я говорю, сколько ну, за это, за распечатку? Она говорит, гифт, пожалуйста, берите. Так необычно, но приятно. Так, это наш хостел. Это наша ванна. Это, кстати, был чувак, который нам тут все показал. Его звать Гиза. Очень классный чувак. Все нам рассказал, что посмотреть, куда пойти. Это кухня. И сразу возле кухни наша комната. Вот такая вот комнатушка. Поменьше, чем вот это в предыдущий раз было. Ну и цена тоже, соответственно, поменьше. Мы заплатили 13 евро за двоих за ночь. И, короче, получается, что 6,50 с человека за ночь. Кто-то странные звуки издает. Не мылся давно, наверное. Грязнули. Рен танцует на кухне в нашем хостеле. Ну он пусть танцует, я буду доедать и допивать. Good. This is it, you fucker. Вот мы сейчас будем испытывать лифт венгерский, будапештский. Я такого еще вообще никогда не видел. Ну, пожалуйста. Спасибо. Wait. Короче, вот так двери закрыли. И теперь такие вот кнопки надо. Опа! Поехали! Ой, осторожно! Но нет. Да. Открывай. Открывай. Вот так вот. Ну, что? Идем смотреть ночной Будапешт. Ялки-палки. Ну все, тут уже темно. О, наконец-то мы добрались до вершины Будапешта. Так, короче, наверху какой-то как холм славы, я не знаю, как называется, но сюда долго надо пилять. Тут весь Будапешт видно. Ночной Будапешт. Луна. This is amazing! Amazing! Куча молодежи. Кому-то тягла даются. Дракоша. Тягла даются.
Вау, ну ребята, я вам скажу, это никакая камера не передаст. Вид Будапешта ночью, это просто вот в такую погоду. Это просто что-то с чем-то. Вау. Красотень. Мы сейчас с Реном находимся в таком пабе в Будапеште, называется Зимпла. Зимпла паб. В общем, очень милое местечко, нам вот здесь очень нравится. К чему я все это? Ну, вообще-то, уже, в принципе, начинается новый день, так что седьмой день наш заканчивается, нашего приключения. Это Будапешт, Зимпла паб. Вот. Кто будет в Будапеште, рекомендуем посетить. Супер местечко, супер атмосфера. В общем, ой, он что-то вытворяет, непонятно. Ну ладно, буду закругляться. В общем, седьмой день is over. Уже что-то после 12, так что увидимся в новом дне.